К столетию начала Первой мировой войны в Ратной палате Царского села под Санкт-Петербургом откроется первый в России музей, посвященный этой войне. Первых посетителей он намерен принять к юбилею мировой войны в 2014 году. Во время этой войны в Царском селе располагалось около 60 госпиталей и казармы. Сейчас там есть воинское кладбище с захоронениями участников Первой мировой.